Театр кукол приглашает зрителей за барную стойку. Уже завтра в театральном кафе покажут новый спектакль «Коктейль Фигаро». Его специально перенесли с привычной сцены в такое необычное место. Наблюдать фееричное действо зрители смогут, расположившись за столиками. Их угостят искрящимся коктейлем из самого знаменитого произведения классика французской комедии «Бомарше» и музыкальных отрывков из опер «Россини, Севильский цирюльник» и Моцарта «Свадьба Фигаро». Кукловодов оденут в костюмы официантов. Для спектакля изготовили 50 кукол-марионеток и вкусные декорации, напоминающие блюда авторской кухни. Поставил спектакль заслуженный артист России, артист Московского театра кукол имени Образцова Анатолий Вещиков. Красноярские зрители его знают по рождественской сказке «Щелкунчик» и спектаклю «Ой, рябина кудрявая». Что любопытно, «Фигаро» – своеобразное продолжение «Рябины». Действие происходит в том же антураже театрального кафе. Коль мысли черные к тебе придут, откупори шампанс о бутылку и перечни женитьбу в Фигаро. У нас предыдущий спектакль тоже проходил здесь, в буфете. Ну, само собой, и надо спектакль Фигаро играть именно в том же месте, где мы играли и Рябину.